Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Сейчас поеду в Родниковочку. Там двигатель D8 и Ш-58 или Ш-57 на двухскоростной мопед. И вот хочу я приобрести их. Сегодня у нас 8 декабря 2020 год. До Родниковки у нас 11 километров. Так что сейчас быстренько доеду. Ну и посмотрите. Сам еще не видел, что там. Просто позвонили. Есть движок. Ну и посмотрим, что за движки. Ну вот и Родниковская. Погодка вообще. Ветер. Уже дует, наверное, дней 5-6 ветер. Если б не ветер, было бы вообще классно. Понятно. Вот такие. Вы его тоже в кадр возьмите, уже пацаны пообоссались. Будем смотреть. Да. Обзавидуются нахрен. Отлично все. Так, Ш-58. Угу. Дырчик, да? 13. А, восход туда, что ты продаешь. Ну да. Ну это не мой. Это так прикатили просто подремонтировать подкову пробили. Угу. Зифачок. А восход на ходу? Нет. Нет. Там зажиганием они что-то крутили, и в итоге бросили его, да и все. Он ездил. А, там еще картера. Ну да. Китайский. А китайские тоже цилиндры классные, мне нравятся. Они ходят тоже хорошо. А вот написано. Вот это то есть. Угу. Это значит уже Китай получается. Да, да. Все, едем домой. Спасибо им большое. Выручили запчастями. Будем разбирать, смотреть движки. Ну что, приехал я домой. Сейчас выгружу моторчики. Посмотрим, что они из себя представляют. Ну что, ребята, бегленький осмотр запчастей, моторчиков. Коленвальчик. Как он и сказал, прям, говорит, почти новенький. Да, нравится мне коленвальчик. Цилиндрики. Резьба на обоих целая. Дальше выработки. Ну, то шлифануть. Такой большой критичной выработки нету, я не вижу. Угу, здесь надо раскручивать по мотору D8M. Ну, шпонка разбита, ну, коленвальчик поменяем. Здесь разрезано, тоже запаяем. Здесь все целенькое. Дальше двушка. Так, крутится. Потому что вторая скорость включена.
Непонятно. Надо сейчас скрыть поршневую и посмотреть. Гайки родные. Длинные. Резьба целая, шпонка целая. Да и не в плохом состоянии. Задиров нету. По-моему, клево. Ну, что здесь покажет? И здесь все клево. Поршень. Без каких-то сильных задирчиков. Здесь вот на юбке есть. А нет, тут грязь. Ну, отлично. Так, а как он, на какую прокладку был посажен? Прокладки-то не было. Просто на герметик посадили, на какой-то белый. Это не есть хорошо. Потому что этот герметик, он как резинка, наверное, от бензина портится. Может, даже он из-за этого перестал ездить. Движочек. А так, как бы, крутится. Все. Радует. Очень сильно радует. ША 58. Здесь вот чуть-чуть картер здесь отломанный. Ну, это у них болезнь, цепь слетает. Ну, а так... А, вот еще трещинка. Вот его две. Ну, это можно заделать. Это не критично. Это все можно подзаварить. Ну, как бы здесь еще посмотреть за корзине, как там коленвальчик. Живой, не живой на шлицах. Раскручиваем пластину на двигателе D8. Так, сцепление вроде неплохое, на мой взгляд. Сейчас я раскручу головку и посмотрим. Скрываем. Так не поймешь, сейчас придется цилиндр откручивать. Там уже будет все понятно. Да, раскрутил здесь. Головка была слабо закручена. Она, видно, вон следы масла. Сам цилиндр. Таких задиров я не вижу больших. Отлично. Так как, ребята, для маленького мальчика конфеты, а для меня большого мальчика, дяди, запчасти. Так что люблю это дело. Радуюсь, когда я покупаю запчасти. Очень сильно радуюсь. Ну и хочу сказать большое спасибо Игорю, бате его, что вот такие вот запчасти я у них приобрел. Большое вам спасибо, мужики. Ну что, снимаем цилиндр. Шлифанем, посмотрим, в каком он состоянии. Поршень, вот он задирчик. Ну а так соберется и будет еще радовать моторчик. Коленвальчик китайский. Видно, что китайцы делали. СССРовские, они чуть-чуть по-другому сделаны. Здесь вот. Вот это вот у них по-другому. Здесь. Как бы возьмите вот два коленвала и сравните. Видно, что
коленвал не СССРовский. Но хвалят китайские поршневые, и я хвалю на Дэшку. Делал, собирал, продавал мопеды с ними. Ребята говорили, еще сколько жизни им давали, так и продавали их дальше по рукам. И очень хорошо мотор себя вел. Тянул и на скорость держал скорость. Ну, как бы, вот такое вот у меня, вот такое у меня сегодня приобретение, ребята. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мотовиктора. Всем пока. Да, и хочу показать вот такой вот зифачок. Реставрирую я. Такой вот зифачок. Ребята, зиф 78 года. Даже камеры, в камерах была печать поставлена 78 год. И когда разбираете, здесь вот на железной пластинке с той стороны, там тоже выбито 78 год. Ну, такой вот у меня получается зифачок. Всем пока!